Доброе утро! Если перед вами встала задача, как привести экран телевизора в порядок, спешу обрадовать вас, легко, несколько советов и задача решена. Прежде всего, телевизор обязательно следует отключить от питания. Отключение поможет избавиться от всех неприятностей, которые может подарить вам электричество. Кроме этого, грязь и пятна на темном экране гораздо лучше заметны, да и результат вашей работы по наведению чистоты также будет заметен гораздо лучше. Чтобы просто убрать всю пыль с экрана, достаточно взять мягкую тряпку без ворсинок. Протирать экран можно по-разному – круговыми движениями, вертикальными и горизонтальными. Протирая экран, всю свою силу применять не следует. Сильное надавливание может повредить жидкие кристаллы матрицы, ведь она достаточно мягкая и легко прогибается. Не нужно никогда распылять какую бы ни была жидкость прямо на сам экран. Жидкость вполне может проникнуть внутрь устройства и просто его повредить. Жидкость сначала нанесите на материал для протирки, а уже затем этим материалом следует чистить экран или монитор. Тот материал, которым вы будете протирать экран, не должен быть у вас мокрым, а лишь чуть-чуть влажным. Каждый новый раз следует использовать только чистый материал. Не следует включать телевизор, пока его экран не высохнет. Наслаждайтесь просмотром любимых программ и не переключайте наш канал. Отличного продолжения утра!